Шестое. Тот, кто насмехается над чем-либо из религии посланника Аллаха, وسلم, или над вознаграждением, или наказанием Аллаха, такой человек становится кяфером. Шестое действие, владящее из ислама, это насмехательство над Аллахом, или над его посланником, или над чем-либо из его религии. Насмехательство это когда религию берут предметом шуток не относясь к этому серьезно. Когда человек насмехается над чем-либо из религии, то как будто он имеет что-то лучшее, он считает религиозное дело чем-то несерьезным. А того, кто совершает это дело, он считает неразумным и неблагочестивым, а также не считает его из числа тех, кто совершает дела, которые разум видит хорошими. Аллах сказал, если ты их спросишь, они непременно скажут, мы только болтали и забавлялись. «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь! Вы стали неверующими после того, как уверовали». Всевышний Аллах указал на то, что эти люди стали кафирами по причине своих насмешек после того, как были верующими. Это относится к тому, что совершают многие люди, насмехаясь над чем-то из религии или насмехаясь над религиозным человеком из-за его религиозности. Тот, кто насмехается над таким человеком, такой совершил это действие, нарушающее ислам, что происходит очень часто, просим у Аллаха благополучия и безопасности. Также сюда относятся те, кто насмехается над посланником Аллаха, саллиллаху алейхи подобно тому, кто изображает его в неподобающем виде, не в том облике, в котором его сотворил Аллах. Даже несмотря на то, что это является ложью и наговором, подобно тому, что сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи «Разве вас не удивляют эти люди, которые обзывают меня музаммам, порицаемым, тогда как я Мухаммад, хвалимый, и как Аллах отвращает от меня их обиды, эти люди рисуют что-то выдуманное, так как это не посланник Аллаха. Они рисуют это, но тем не менее по этой причине они становятся кяферами. <coughs> потому что они насмехаются над посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. То же самое касается насмешек над аятами Аллаха или над чем-то из его религии. Что касается насмешек над посланником Аллаха, призывания на него проклятия или его поношения, то грех этого более велик и губителен. Поэтому хуком того, кто совершил подобное, то, что он приговаривается к смерти в любом случае, и от него не принимается покаяние. Является обязательным убить того, кто насмехается над посланником Аллаха или издевается над ним. Ведь это шариатский хуком. Независимо от того, был он мусульманином изначально или он не был мусульманином. И его покаяние не принимается, если он скажет, что он покаялся и отказался от этого. Не разрешается принимать его покаяние. Подобно этому насмешки над Аллахом Субханаху Ва Тааля, его проклятие или поношение и так далее. За все это не принимается покаяние человека, но это только в этой жизни. А что касается последней жизни, то дело этого человека предоставляется Аллаху.